Говорят, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. В нашем шоу «Сердца за любовь» все по-другому. Давайте мужчин смотреть. Парни сами назначают себе цену. Девушки делают ставки вслепую. Девушки могут отказаться от него. Ой, ты какой-то волосатый, нет. Дизлайк. Он достанется мне. Власий, 35 лет. Спортсмен. Познакомиться с доброй девушкой, которая верит в любовь, а не в банковский счет. Тут таких нету. Я хочу посмотреть. Я оценил себя в 300 сердец, потому что не люблю завышать и занижать самооценку. Здравствуйте. Я Супермен. Ну, здравствуйте, девочки. Здравствуйте. 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 Так, можно? Можно, так. Ого. А можешь пресс показать? Так и знал. По поводу пресса, это банальная же тема для девушек. Покажи пресс. А 10 раз отжаться. О! Спасибо. Можно потрогать? Это уже не банально, я думаю. Come on. Да. Это сцена для взрослых. Я еще маленькая для этого. Вообще надо глаза закрыть. Девочки, все натурально. Ремешок почем брал? От деда по наследству достал. Тебе 35, ты уже был женат? Берегу себя. Ну, мне, пожалуй, нравится, я повышаю. А поцеловать? Пока не удачница. Просто всегда, когда приходят качки, всегда они с кем-то уходят. Пока. Класс. Обаятельный, состоятельный. Ты чувствуешь любовь моя.